выбрали сами бойцов на плечи и к звездам. Дорога к трудовым будням начинается с певческого круга. Эти ребята отправляются на атомную электростанцию в Калининград. Командир отряда «Тесла» Филипп Асанов. Это его третья целина. Был в Серпухове, прошлым летом работал в Якутии. Ты должен успеть поработать, после этого вернуться и... Отдохнуть еще. Отдохнуть успеть, да еще... сыграть в футбол с другим отрядом. Руслан Фахирдинов едет в первый раз. Ради этого специально прошел обучение по профессии бетонщик. Познакомиться с ребятами из разных городов, поработать тоже и просто поучаствовать в мероприятиях. Говорят, месяц 30 тысяч. Кто заработать, кто найти друзей, весело провести время. Положительный опыт уже есть. Строят рядом республики в этом году 57. Они строили космодромы, магистрали и ЖД-пути. Если татарстанские студенты-строители только едут в Калининград, то наши сервисные отряды уже с декабря работают в Ялте. А педагоги во время зимних каникул трудятся в лагерях Казани, Иннополиса, Заинска и Лениногорска. Больше всех путешествуют проводники. Все ребята, которые участвуют в зимнем этапе, сдали досрочную сессию. Всего примерно трудоустроено 150 студентов из студенческих отрядов Республики Татарстан. Работать ребята будут до середины февраля. Затем учебы и через пару месяцев снова в строй. В строй отряд. Салават Нахумадуллин, Гамази Адинов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.